Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий», в которой мы расскажем об астрологическом прогнозе с 15 по 21 мая. Эта неделя принесет стабильность, а все события данного периода будут закладывать важный фундамент для вашего будущего. Поэтому обращайте внимание на любые мелочи и повороты судьбы. Старайтесь ко всему подходить серьезно и основательно. А что прогнозируют астрологи именно вашему знаку зодиака, узнаем прямо сейчас. На этой неделе Овнов посетят гениальные идеи, которые, к сожалению, придется отложить на некоторое время. Начиная прямо с понедельника, вы будете вынуждены заниматься повседневными делами. Тельцам звезды советуют с 15 по 21 мая творить добро и приносить радость близким и друзьям. Это благоприятное время для совместной работы и общения. Не исключено, что у вас появятся новые жизненные цели. И еще астрологи рекомендуют Тельцам, отмечающим свой день рождения на этой неделе, устроить грандиозный праздник. Торжество пройдет ярко и незабываемо. У близнецов неделя не очень продуктивная, совершенно не подходит для решительных действий и поступков. Но зато обстоятельства этих дней помогут вам увидеть людей из вашего окружения в истинном свете. И вы поймете, как вам следует себя с ними вести. Ну а в личной жизни вас ждут приятные события и новые впечатления. Не лишним будет поразмыслить над своей жизнью и составить планы на будущее. Для раков неделя очень благоприятная, и если в это время вы заставите себя не сидеть сложа руки, то вам удастся добиться очень многого – преуспеть в делах, карьеры, укрепить материальное положение и продвинуть свои интересы в кругу друзей. А еще вам необыкновенно легко станет общаться со своими близкими, плюс возможны новые приятные знакомства и положительные эмоции от романтических встреч. Львам астрологи советуют в этот период быть предельно собранными и ответственно подходить к решению рабочих задач. Можно приступить к реализации давних замыслов на работе и в личных делах. Самые благоприятные дни на этой неделе для вас – четверг и пятница. Мужчинам-девам на этой неделе звезды обещают много работы. Важно делать упор на свои профессиональные качества. А если вам их не достает, то самое время пойти учиться, чтобы повысить квалификацию. А у прекрасных представительниц этого знака в этот период будет отлично работать интуиция. Главное не забывать вовремя к ней прислушиваться. Внутренний голос скажет больше, чем любые советчики из вашего окружения. Весам астрологи советуют заняться самообразованием. Вкладывайте силы и деньги в личностный рост. В начале недели у некоторых представителей этого знака начнутся долгожданные изменения в разных сферах жизни. Возможно, это будет смена круга общения, новые знакомства. Кого-то ждет карьерный рост, кто-то сменит профессию. Принимая важное решение, проявляйте сдержанность, не торопитесь, будьте внимательны к тем, кто вас окружает. В амурных делах скорпионам на этот период звезды рекомендуют быть особенно внимательными. Не стоит бросаться в омут с головой, даже если вас переполняют чувства. Для бракосочетания это тоже не лучшее время. Любимый человек может оказаться не тем, кем кажется на первый взгляд. Стрельцы, готовьтесь, с 15 числа ваша жизнь ускорится, энергия возрастет, многое успеется, но придется принимать решение буквально на бегу. Также стоит позаботиться о своем внешнем виде, особенно если сейчас вы находитесь в активном поиске и хотите стать интересным противоположному полу. Козероги в эти дни могут оказаться в центре всеобщего внимания, отличиться творческими находками на работе или увлечь близких интересными идеями. Неделя благоприятна для посещения салона красоты и смены прически. Первая половина недели у водолеев будет насыщена важными деловыми встречами. В это время вы можете получить хорошие новости от начальства, которые окажутся весьма перспективными для вашей карьеры.
Астрологи обещают рыбам очень насыщенную неделю. Разнообразные события не дадут заскучать. Чтобы достичь поставленных целей, представителям водного знака зодиака придется решить множество задач. Еще это благоприятный момент, чтобы купить что-то красивое для дома и сделать интерьер уютнее. Вот такую интересную неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!